Патологоанатом установили причину и время вступления смерти 10-летней Гулиевой Нармен Шарифка, запропавшей в селе Дундаркушту Тавузского района. Ее обгоревшее тело было найдено 6 января вечером. По полученным данным, девочка была убита примерно 5 дней назад. В области головы Нармен Гулиевой экспертами зафиксировано 5 повреждений, которые были получены вследствие ударов железным предметом. Что касается того, был ли ребенок изнасилован, на этот факт судебно-медицинский экспертизе установить не удалось, поскольку тело убитой ниже пояса сгорело полностью. Установлены и другие детали преступления. Нармен была найдена в той же одежде, в которой пропала 21 ноября. Следствие предполагает, что все это время ребенка держали не где-нибудь, а на территории села Дундаркушты, предположительно в подвале дома. Потому что на месте обнаружения сожженного тела Нармен криминалисты не нашли следов от колес автомобиля. Зато были зафиксированы следы, указывающие на то, что убийца привез тело жертвы в строительной тележке. Предварительно преступник поместил тело в полиэтиленовый мешок, а далее, как уже известно, убийца сжег тело Нармен у дороги недалеко от ее дома. Пока сложно сказать, кто причастен к зверскому убийству ребенка. В настоящее время оперативники прочесывают окрестности села в поисках помещения. Любопытно и то, что ногти девочки были подстрижены, в связи с чем члены следственно-оперативной группы пришли к выводу, что это сделал убийца, чтобы жертва не поранила его при оказании сопротивления в возможном моменте полового сношения. Отметим, что пока в показаниях родственников нет никаких подозрительных противоречий. Следователи продолжают поиски улик и вещественных доказательств. 7 января Генеральная прокуратура и Министерство внутренних дел Республики распространили совместное сообщение о том, что первым тело убитой обнаружил сосед Гулиевых Илькин Сулейманов. 8 января останки убитой были переданы земле. Нармен Гулиева пропала 21 ноября в 15:00 во время свадебного торжества, которое отмечали соседи. Последний раз девочку видели в доме ее дяди Латифа Гулиева.